Драйв. Зашкаливающие эмоции и невероятное желание победить. Именно в такой атмосфере прошли кастинги в самый яркий музыкальный проект этого лета – реалити «Битва талантов». Муз-ТВ и Академия популярной музыки Игоря Крутого дали шанс десяткам тысяч талантливых детей, мечтающих о славе, большой сцене, ну и, конечно же, главном призе в 1 миллион рублей – показать, на что они способны. Сочи, Москва, Казань и Санкт-Петербург. Именно в этих городах опытному жюри предстояло провести нешуточный отбор, ведь до финала дойдут только единицы. Бывают такие проекты, участие в которых может изменить всю твою жизнь. И «Битва талантов» на Муз-ТВ именно такой. Ведь он дает возможность не только научиться чему-то новому, поднять свой профессиональный уровень, но и реальный шанс получить путевку в мир шоу-бизнеса. Что ты можешь пообещать мирозданию в обмен на то, чтобы... Всем привет, я Катя Манешина, студентка Академии популярной музыки Игоря Крутого. Привет всем, и я Константин Тарасюк, телеведущий Муз-ТВ. Ведем репортаж из самого необычного места в нашем городе. Прямо сейчас мы находимся в магической Академии музыкальных талантов. Буквально через несколько минут начнется самое яркое событие этого лета. Это новое, музыкальное, местами волшебное, необычное шоу с эффектом мурашек. И все это «Битва талантов» на Муз-ТВ. Остались считанные минуты до того, как мы познакомим наших телезрителей с магическими предметами, которые будут помогать нашим конкурсантам. Итак, с чего начнем? У каждого члена жюри на столе есть магический кристалл. Жюри нажимает на кристалл, и появляется герб Академии. Если мы видим два или три герба, это означает, участник остается в шоу. Если загорается только один или вообще ни одного герба, к сожалению, он покидает наш конкурс. Все победившие участники разделяются на две команды. А еще в нашей академии есть волшебная люстра, которая поможет нам распределять участников по командам. Команда воды и команда огня. У каждой команды есть свой наставник, а ты случайно не знаешь их имена? О, их имена – это строгая секретная тайна. Лишь небесные светила знают ответ. Сюрприз, значит? Уже скоро начнется первый отборочный тур соревнования, в котором вокалисты из разных городов будут сражаться за 36 мест в нашем проекте. Чтобы в итоге стать студентом Академии и получить целый 1 000 000 рублей на дальнейшее продвижение в мире шоу-бизнеса. Мы так много рассказали о чудесах и секретах нашей программы, что совсем забыли о жюри. Конечно, у нас так много интересных и даже волшебных предметов. Но судьбы участников решает наше высокое жюри. Итак, встречайте! Красавица, обольстительная певица, актриса и телеведущая Юлия Началова. Певец и поэт Стас Пьеха. Блогер. Красавица и певица Мари Сен. У нас появилась возможность посмотреть, как наши участники готовятся к выступлению. И все готовы, а это значит, что главное событие этого лета – битва талантов на телеканале Муз-ТВ объявляется открытым. Представься. Здравствуйте, меня зовут Верткова Анжелика, мне 14 лет, и я из города Барнаула. Как ты настраиваешься на свое выступление?
У меня есть такой ритуал, можно сказать. Я всегда говорю, что нет, я не пройду. У меня... Я спою хорошо, но я не пройду. Я точно не пройду. И как-то прохожу. Like oh, so many girls, so we're winning a lot, so we're dipping at the bottom, boom, boom, boom. Kidding so good, we're dipping at the bottom, get the right and the inch there, good, good. Come with me, the minutes, bam, bam, cooking, queen, Nikki, dominant, permanent. Сцене. И за это заслужила проход в основной этап конкурса. Я так рада, спасибо большое! А мы-то как раз за тебя аплодисменты, друзья. Что могут добавить члены жюри? Все ноты чистые. Давление в голосе офигенное. Драйв и абсолютно кавказский темперамент в блондинке. Это тоже как бы плюсует ситуацию. Я просто не мог устоять никак. И ни одного аргумента против у меня не было. Простите, если кто-то со мной не согласен. Ты очень хорошая девочка. Спасибо большое. Ну все, не плачь. Ты молодец, ты сделала это. Ты искренняя. И это самая важная часть жизни. Проходи, пожалуйста, в команду «Пламени». Продолжаем. Всем привет, меня зовут Эрика Хирано, и мне 12 лет, и я из Питера. У тебя очень такая милая прическа, ты мне напоминаешь персонажа из аниме. Кауаи! Итак, к сожалению, не получилось сегодня. Но ты уже победительница, хотя бы потому, что ты прошла сюда, к нам, в нашу студию. И сейчас эти аплодисменты специально для тебя. Спасибо!
Подожди, куда же ты? Ну куда же ты? Давай послушаем, что... Можно, пожалуйста, нам как бы реабилитироваться? Во-первых, начну с хорошего. Потрясающий образ. Прям Бьорк мне напомнила молодую, когда вышла, да. Сразу что-то теплое, родное такое, с детства, да. Вот, очень приятный тембр, низкий тембр, красивый, редкий. Тем более ты молодая девочка, особенно в твоем возрасте, да, еще. Но, к сожалению, у вас мало времени, вы в рамках, у вас минута. И за эту минуту, как бы ты ни хотел, ты должна показать некий арсенал. Вот, это все было достаточно однообразно и ровно. И не было никакой динамики, и не было возможности вот удивиться хотя бы в моменте. О, понимаешь? То есть у нас должно было это произойти. Вот этого не произошло, к сожалению. Все еще однозначно впереди. Не расстраивайся, главное, сделай верные выводы. Мы тебя провожаем под бурные аплодисменты. Спасибо тебе. Дадим шанс следующему участнику. Меня зовут Владлена Губарева, я из города Санкт-Петербург. Какую песню ты будешь петь? Это песня на английском языке. Называется она «Unconditional». Нажаты. Три наших драгоценных алмаза нажаты для тебя. Итак, жюри, есть что сказать? Позаветовать ли, может быть, нашему участнику? Пожалуйста, Юля. Всем привет! Вот так. Я хочу отметить в тебе, что ты имеешь очень большой потенциал. Ты действительно талантливый ребенок. Вот, поэтому еще раз упорство и трудолюбие. И я думаю, что у тебя все получится. Спасибо и удачи. Мы ждем тебя далее. Твоя команда — это огонь. Ладно, отправляйся в это жаркое пекло обучения. Спасибо. Чистой странице, белый.
нас есть еще один претендент на звание победителя. Ты попал в команду огня. Давай пожму твою руку. Поаплодируйте, настоящий мужчина. Я бы сказал, профессионал будущий. Всем привет. Я хочу сказать, что искренность — это, ну, самое важное, что может быть в песне. Поэтому я нажала на этот кристалл. Молодец. Три кристалла твоих, сердца зрителей также. Мы тебя отправляем в команду огня. Обучайся, не стесняйся, мы за тебя болеем. Давай, удачи. Меня зовут Маша. Мне 11 лет, я приехала из города Йошкар-Ола. Кто за тебя болеет? За меня болеет моя мама и друзья, которые тоже приехали на этот конкурс. Также за меня болеет мой город. Окунись на минутку за грани фантазии и придумай себе приключения разные. Пройдем этот путь незаметными в светлые мечты. Знай, что где-то там за горизонтом и светом осень повстречается с летом. Знай, что есть любовь, и она с тобой. Уплывет корабликом белым все, чего я так не хотела. Дай же руку мне, ты моей судьбе. Не просто так, ведь все не просто так. Все не просто так. К сожалению. Ну, скажи мне, пожалуйста, что? Какие ощущения, эмоции? Все хорошо. Все спасибо. Хорошо? Подожди. Ну-ка давайте, кто не голосовал? Так, Юлия. Что я хочу сказать? Это не критика, это мое профессиональное мнение, да? Я хочу сказать, что надо много работать еще. Когда ты поешь голосом, у тебя достаточно крепко все очень звучит. Как только ты переходишь на фальцет, у тебя плавает немножко тональность и чуть-чуть так неустойчиво слушается. Поэтому нужно еще поработать чуть-чуть. Буквально одно слово скажу, что несмотря на позиционную ложь, как мне кажется, да, вот, ну, это просто позиция вокальная гуляет пока что. Вот тембр, вот он как будто бы из мультфильма какого-то, да? И вот я сидел прям ми-ми-ми, ага, о, да-да, вот это вот все. Как из мультика голос. То есть ты прям персонаж диснеевского мультфильма. Ты, ну, мила и обольстительна. Ты прекрасна, ты красива, не отчаивайся, не расстраивайся. Это только начало. Давайте, под бурные аплодисменты. Провожаем тебя, проходи, пожалуйста. Певица, актриса и телеведущая Юлия Началова. Артистка начала свой творческий путь уже с 5 лет с победы в известном музыкальном конкурсе. Певица филигранно владеет 4 октавами. Немногие даже из оперных певцов способны на такое. Певец Стас Пьеха. С 7 лет выходец из знаменитой артистической династии, профессионально занимается музыкой и неоднократно становился победителем огромного числа творческих конкурсов. Уж он-то не понаслышке знает, что недостаточно обладать только отличными вокальными данными. Для победы необходимы самообладание и целеустремленность. Мэри Сен – молодой, но уже успешный блогер и певица. Девушка уверена, креатив и открытость, а также драйв и улыбка – вот настоящий секрет успеха. Наш весь полет.
Работа членом жюри сегодня нелегкая и крайне ответственная. Давайте посмотрим, насколько строги они окажутся к нашему следующему участнику. Привет, меня зовут Александра Кручинина, мне 14 лет, и я из города Казань. Как ты призываешь удачу? У тебя есть какой-то ритуал? Ритуал? Ну, я каждый раз перед выходом на сцену даю всем 5, и это мне придает удачу. Ну что, давай призовем удачу? Команда «Воды» ждет такую талантливую девочку, как ты. Все жюри спасибо. Сказали «да» тебе, нажали кристаллы. Я лично как завороженный тебя слушал. Кто-нибудь прокомментирует это выступление? Стас? Ну, это было вот не Гнесинка. Без оскорбления вообще, без какого-то, с уважением к этому как бы заведению, которое мы все прошли. Это было лучше. Это было, как будто бы тебя не учили, как будто ты вот родилась с таким набором вот там ДНК, чувств каких-то, своим личным. Это новая школа вокала. Это классно. Это персональная история, твоя личная. И очень сильно это задело. Прям по струнам, по запрещенным струнам души прошло. Спасибо за удовольствие, которое ты доставила мне и, надеюсь, моим коллегам тоже. Спасибо большое. Ты рождена, чтобы петь. Проходи, пожалуйста, в команду «Воды». Меня зовут Милана Павлова, мне 13 лет, я из города Казань. С кем из звезд ты бы хотела спеть? Я уважаю всех исполнителей, всех трудоголиков и хотела бы спеть с каждым, ведь это честь. Но мои любимые исполнители — это Селин Дион и Рэг Боун Мэн. Ты говоришь как политик, чтобы никого не обидеть.
экзотика нашему проекту просто необходима. А уж кто, если не ты? Расскажи, пожалуйста, не могу не спросить, костюм какой народности или что это? Это тувинская песня, это тувинский народный костюм. Браво. Итак, Юлия. Хочется настолько тебя похвалить, ты такая маленькая, ты уже такой мастер и обладаешь таким талантом, такие какие-то делаешь вещи, которые, ну, способны делать, наверное, единицы. Вот, и я хочу, чтобы зал очень сильно тебе поаплодировал, потому что ты такая своеобразная и не похожая ни на кого, просто умница, и так тон держала, и было понятно, не просто это был какой-то набор звуков, мне было абсолютно понятно, что ты делаешь. Ты умница, эти аплодисменты для тебя. Проходи, пожалуйста, команду воды. Привет, меня зовут Анастасия Лебедина, мне 15, я из Москвы. У тебя есть талисман? Да, у меня есть талисман, это монетка, по-моему, даже 85-го года, она помогает мне на всех экзаменах и на всех выступлениях. А где она в данный момент? Она у меня под пяткой находится, я действительно верю, что она мне помогает. Может быть, когда-нибудь солнце повернется и улыбнется тебе даже на черной твоей полосе. И тогда к тебе придет удача, но ненавистники подтянутся к тебе. Ведь ты же богаче и умнее их вдвойне. Тебе покажется, что в прошлой жизни ты был мишенью для всей отчизны. Никто не понимал тебя и все тебя ругали. Они неправильно все делали сами. Жизнь такая штука, ты не знаешь, что мне будет дальше. Ведь немного фальши. Но ты веришь в чудо и стремишься к лучшему, не зная, поздно или рано, ты дойдешь до края. Спасибо. Исполнение, как говорится, до мурашек, мне кажется. И еще требуются аплодисменты. Я даже потерял дар речи. Это было великолепно, и команде воды очень повезло с тобой. Ну, кто? Юля, ну, вы должны сказать мне. Я хочу сказать, что быть автором и слов, и музыки, и еще так филигранно исполнить свою песню, достойно огромных аплодисментов. Уверена, что у тебя получится, просто будет огромное количество поклонников. Умница, молодец. Одним словом, браво, ты это заслужила. Команда воды ждет тебя. Спасибо тебе. Меня зовут Агафонов Кирилл, мне 9 лет, и я из города Калуга. Чем ты занимаешься помимо музыки и пения? Я занимаюсь в первую очередь пением, программированием компьютеров, картингом, актерским мастерством и хип-хопом. Очень круто. Все участники битвы талантов очень разносторонние. Looked up at me and I said, Connie, we'll be together till the day I die. By your light, I'm bad, bad boy, and I'm gonna steal your love. I'm bad, bad boy, and I'm gonna steal your love. Come take me to your house, and I'm gonna rip you out. Yeah!
Просто Стас тебе завидует. Он так не умеет. Я прям в этом не сомневаюсь. Как тебя зовут? Меня зовут Кирилл. Я так умею. Как? Я Кирилл. Кирилл? Ты чё, Кирюх, ты чё? Ты такой брутал. Куда тебе слезы? Убери. Подожди, давай отвернемся. Вытер. Есть? Готов? Давай. Так вот. Я просто колебался до последнего. Наверное, все-таки 51%, что пока нет, а 49%, что да. То есть вот так вот получилось. И чуть-чуть там было немножечко все-таки еще самодеятельности. Самая малость была еще, да. Не хватило профессионализма вот 1%. Но это прям вот настолько было. Вот. Но я, кстати, тоже кое-что умею. Если что, да. Я бы не нажал. И я бы тоже. Поэтому я и не нажал. Главное, что ты зажег всех здесь присутствующих зрителей. И я думаю, и у экранов тоже. Видишь, как визжат. Пойдем. Всем спасибо. Мы уходим. Меня зовут Яна Лавренова. Мне 13 лет, и я из города Казань. Чем любишь заниматься в свободное время помимо пения? Как ни странно, но футболом. Я уже представляю эту картину. Яна в красивом платье снимает туфли, одевает форму и идет играть в футбол. Вот это я понимаю. Невозможно рассказать вам историю мою. Очень сложно. Вспоминаю словно сон, как знакомились с тобой. Осторожно. Модное, яркое — это то же самое, что просто промолчать. Да, члены жюри? Несмотря на то, что действительно, ну, как бы еще немножко сырой голос в плане нету опыта, да, вот, есть приятная какая-то вот эта этническая мелизматика чуть-чуть, да. Мне кажется, эта девушка юная должна участвовать дальше в этом шоу. Вот. Спасибо тебе. Спасибо. Проходи, пожалуйста, свою команду в воды. Ну, а мы продолжаем. Здравствуйте, меня зовут Юлия Сесарова, мне 13 лет, и я из Москвы. Как ты думаешь, что может случиться во время съемок? Могут не включить микрофон, может не заиграть фонограмма. На самом деле, сцена — это такое место, где может случиться все. I was walking this, I saw my head. Couldn't get up, turn the lights out. The voices and sounds so loud. Need a jumpstart, cut it all the air. I couldn't feel, I wish that I could disappear. The voices and sounds so real. Back to life.
Команда «Огня» пополняется сильным участником, точнее, участницей. Вопрос к Стасу. Почему нет? Эту песню я знаю хорошо. Это песня «Селин Дион». Вот. Это песня, которая поется легким, эхообразным, воздушным, полетным воздухом. Возможно, как бы там в силу юного возраста или в силу желания показать нам всю мощь своего необъятного вокального, как бы там диапазона и прочего, ты передавливала эти верха, слишком на них набрасывалась. Мне показалось, что это было чуть грубовато на верхах. С низом вообще никаких проблем не было. Вот. Но эти волшебные верха, как бы вот они меня не зацепили, поэтому я посмотрел, коллеги сделали то, что надо, я спокоен, но вот это мой тебе как бы такой небольшой минус-балл, да? Все-таки есть над чем еще работать. Хорошо, спасибо. А так спасибо, у тебя голос огромный, сильный. Спасибо. Это ты точно доказала. Да. Спасибо тебе. Проходи, пожалуйста, в команду «Огня». Меня зовут Ангелина Галецкая, мне 10 лет, и я из города Рязани. Вот что бы ты выбрала? Спасти себя или 100 человек? Вот такой каверзный вопрос. Лучше спасти 100 человек, потому что их же больше, чем я, и им нужна больше жизни. Команду воды, чтобы остудить твой пыл. Дай 5. Если бы они не нажали на эти алмазы, я бы сам подошел бы и нажал бы на все 3, потому что ты однозначно, мне кажется, достойный претендент на звание победителя нашего конкурса, нашей битвы талантов. Да? Талантище! А что думают наши жюри? Я считаю, что это уже маленький сформированный артист, который может себе позволить и петь достаточно хорошо. Для живого исполнения вообще замечательно. А еще при этом уметь двигаться и танцевать, и как-то пытаться заводить публику. Потому что все всегда артисты пытаются это собрать воедино. Когда пазл сходится, уже есть какая-то личность на сцене. Да. Я хотел тебя похвалить за аптечную точность, что ты прям все нотки идеально филигранно пела, но в конце ты взяла и чуть-чуть налажала, да, как бы. Что показало, что ты все-таки живой человек, и с каждым это бывает. А если бы мы всех, кто лажали, знаешь, не брали бы, то у нас шоу-бизнеса бы не было вообще. По радио бы некого было слушать. Поэтому мне все понравилось. И действительно танцевала и пела, да, я вот так не умею. Спасибо. Я по-другому. А можешь это сделать? Первый совет. Я прям вообще от мурашек. Молодец, умница. Иди в команду воды. Итак, друзья, на площадке разгораются нешуточные страсти. И вот промежуточные итоги первого отборочного тура. В
команде «Огня» сейчас 4 участника. Анжелика Верткова, Владлена Губарева, Всеволод Кацапов и Юлия Осесова. А вот в команду «Воды» вошло 5 человек. Александра Кручинина, Милана Павлова, Анастасия Лебедина, Яна Лавренова и Ангелина Галицкая. Привет, меня зовут Павлова Карина, я из города Санкт-Петербург. Чем планируешь заняться после конкурса? Ну, я думаю продолжать свою музыкальную карьеру, так скажем. Мне говорили, трудно быть идти больно. Сладко летать по небу, да падать больно. Может, летишь особо себя довольна. Попадаешь в команду «Воды». Аплодисменты, друзья. Спасибо. Мари, почему? Не знаю. Ну, вот правда, вот как будто это не твоя песня, я не увидела тебя. Я думаю, что попробуй что-то другое. Ну, это мое личное мнение. Спасибо. У тебя есть время, чтобы попробовать что-то еще. Проходи, пожалуйста, в команду своей «Воды». Ну, а мы продолжаем и ждем следующего участника. Меня зовут Пудовкина Алла, мне 14 лет, и я из города Казань. Какую музыку ты предпочитаешь, быструю или медленную? Знаешь, на самом деле мне нравится слушать быструю музыку, но когда у меня плохое настроение или вообще я загрущу, то тогда мне по душе больше медленная музыка. But we have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I will wait forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. Chance of forsaken, it's too shot in the dark, but I'll make it. Lurigane, you can't save me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. Арсенал готовых артистов уже просто. Я не помню, чтобы кто-то из Казани плохо пел вообще, в принципе. Потому что это очень поющая и музыкальная нация. И что еще раз как бы лишним доказательством, вот наша барышня, спасибо. Спасибо вам. Как говорится, что-то добавить-то нечего. Пожалуйста, иди к своей команде. Ты просто цветок, алмаз команды «Воды».
Привет, меня зовут Арсений Акопян, я из города Минска, Беларуси, и мне 15 лет. Арсений, кто твой кумир? Ну, так сложно сказать, но я думаю, что это Джастин Бибер. Это неожиданно слышать от мальчика, конечно, но я понимаю, там девочка бы сказала: «Ой, я так люблю Джастина Бибера», но тут... Я смотрю в небо, что оно прячет, какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость, побыть с нею рядом хоть на минуту. Ты всегда будешь светом, а я твоей тенью. Словами ранила больно, оказалось смертельно. Счастье было так близко, и мы это знаем. Себя виню я за это, ведь мы ценим, когда теряем. И я берегу тебя внутри разбитой души. Не знаю, кто за нас все решил. Прости за то, что счастья лишил. Прости, оу, оу. Спасибо огромное. Я думаю, что ты просто-напросто украл всех фанатов Егора Крида после исполнения этой песни. И это однозначно. И тут я хочу... Мэри, скажи, пожалуйста, ну что, как он? Ну скажи, ну красавец же, а? Да, конечно, стильный, прям то, что надо. Не, правда, очень круто. И спел великолепно, да, молодец. Я думаю, у тебя большое будущее, если ты будешь стараться. Буду. Аплодисменты! Тебя будет беречь команда «Огня». Отправляйся к ним. Меня зовут Денега Мария, мне 11 лет, я из города Краснодара. Как ты настраиваешься на выступление? Обычно я просто не думаю о том, что будет происходить на сцене. Я живу свою жизнь именно сейчас, то есть не представляю, что вдруг что-то не выберут или что-то не сделают. Я просто живу сейчас и здесь. Зато теперь мы знаем, чей мотоцикл припаркован у входа. Скажи, откуда у тебя такая тяга к столь необычному для тебя стилю? Не знаю, я очень люблю слушать этот стиль. Меня тянет к нему. Стас, почему не нажал алмаз наш драгоценный? Ведь это тебе ли не быть близким к этому стилю, рок? Я все свое детство питерский рок-клуб, драки у, значит, магазинов, Алиса против кино, там потом Сепультура и все AC/DC. Конечно, AC/DC всегда. Вот, я ничего не хочу тебе плохого сказать абсолютно. То есть ты ничего плохого ровным счетом не сделала, сделала все очень прилично. Вот,
Ну, как-то вот, ну, пока меня не зацепил. Наверное, потому что я очень люблю AC/DC. Вот. Спасибо. Да, спасибо тебе. Давай поднимем козу вверх и пойдем со сцены. Пойдем отсюда. Привет, меня зовут Аня Черноталова, и мне 12 лет, я из города Самара. Каким ты видишь свой первый клип? Я его вижу очень красивым, естественно. Но мне кажется, что мы будем снимать эти клипы. There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the way of many a poor boy and God. I know I'm one. My mother was a teller. She saw my new blue jeans, and my daddy was a gambler. Down in New Orleans. Спасибо большое. Спасибо, если спасибо тебе. Я даже вот наушник достал, чтобы слышать тебя двумя ушами, потому что это просто какая-то, не знаю, космическое было исполнение. Я, мне кажется, ты заработал как минимум себе такую ораву женихов, которые будут претендовать на твое сердце, потому что, представляешь, так вот взгрустнул, попросил, спой, пожалуйста. И ты такая как завела эту песню, и все. Я прям расслабился, не знаю, мне так хорошо спасибо. На душе. Тебе спасибо. Да-да. Скажите что-нибудь. Ну. Тебе 11 лет, да? 12, да. Честно, я кайфовала вообще, это настолько. Я бы, честно, даже записала бы и слушала бы, и наслаждалась. Спасибо тебе. Спасибо огромное. Молодец. Как говорится, у нас было спасибо тебе. Команда воды тебя просто готова сейчас разорвать там. Всем привет, меня зовут Терентьева Дарья, мне 15 лет, и я приехала из города Тюмень. Ты волнуешься? Волнение, конечно же, присутствует, но стараюсь с ним как-нибудь побороться. Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo. Quiero olvidar tu sabor de tus labios. Quiero tener por una vez una vida feliz, por eso me voy. Dime qué plan que tienes, que yo no perdo a olvidarte. Команда отныне «Вода».
Скажи, вот как тебе удается? Ты такая вот уверенная в себе стоишь, вот прям как будто. У тебя даже мускул ни один не дрогнул. Ну почему волнение это было все да равно? Да я вижу, ты даже, понимаешь, я смотрю, некоторые участники стоят, вот так вот дергаются, вот так вот все бедные. Ты стоишь такая, ну да, я знаю, я хороша собой. Ну я уверена просто в себе. Да ты умница вообще. Добавьте, пожалуйста, что-нибудь. Мне кажется, что это тот самый случай, когда совпали и эмоции, и пение хорошее. Даже я вот покрылась мурашками, да? Может быть, мои мурашки перепрыгнули к Стасу, не знаю. Опасные мурашки. Спасибо. Да, ты молодец. Проходи, пожалуйста, в команду воды. Ты будешь новая звезда, я в этом не сомневаюсь. Меня зовут Вердиан Лилия, мне 13 лет, и я из города Краснодар. Как ты думаешь, какими качествами должен обладать вокалист? Конечно же, трудолюбием и терпением. Это мы и посмотрим, обладают ли участники битвы талантов такими качествами. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel, I'm standing still. Where else can I go? Where else can I go? Chasing you, chasing you. Memory torn to dust. Please don't bury us. I got you. Пошел к продюсерам шоу, нам нужно увеличивать квоту. Слишком мало мест для такого количества талантов. Пообщайтесь пока. Здравствуйте. Осветителем решили? Я протоптал тебе дорогу. К огню ты молодец. Как говорится, дец как мало. Молодец. Песня вообще тебе так подходит. Вообще молодец, что ты ее выбрала. И прям я почувствовала тебя. И у меня мурашки. И я вообще не могу, молодец. 500 раз молодец. Спасибо большое. А теперь Ранен в команду огня. Спасибо тебе. Здравствуйте, я Антон Панзин, мне 9 лет, и я из города Нижний Новгород. Ты волнуешься? Нет, я на сцене не волнуюсь, и, впрочем, я не волнуюсь. Зачем волноваться? Love.
Команда «Воды» приветствует тебя. Мне кажется, ты будущий король детских вечеринок. Уже, мне кажется, ты настолько зажег зал, что он, девчонки в первых рядах уже визжали от восторга при виде тебя. Я хочу сказать, что это корпоративки 100 пудов. Это, знаете, как мы говорили вот на шоу, что это можно уже заделывать тур. Допустим, завтра Рублевка, ну и поехали уже как бы по стране. Но корпоративки, но хорошие, веселые. Спасибо. Спасибо. Тебе спасибо. Ты настоящий артист, и эти аплодисменты тебе. Ты молодец. Спасибо огромное. Команда «Воды», проходи. Здравствуйте, меня зовут Милана Жарехина, мне 12 лет, и я из города Новокубишевск, Самарская область. У тебя есть свой девиз, который помогает тебе идти к заветной цели? В голове у меня только два слова. Это вера в себя и совершенствование. Классный девиз. I'm breaking down, gotta start from scratch. Shake it off like an etch-a-sketch. My lips are saying goodbye. My eyes are finally dry. I'm not the way there used to be. I took the record off repeat. It killed me, but I survived. And now I'm coming alive. Команда «Огня» ждет тебя. Не плачь, не расстраивайся от того, какая ты классная. Ты молодец. Все, проходи в команду «Огня», она тебя ждет. Спасибо. Ты умница. Продолжаем. Меня зовут Лиза, мне 15 лет. Я приехала из города Ростова-на-Дону. Чем ты планируешь заниматься после конкурса? Я планирую петь, петь и еще раз петь. Кто-то ушел на дно, а кому-то все равно. Погрустили, а завтра забыли, будто не были и не любили. Так пускай наступает холодным рассветом на нас новый день. Все останется в этой вселенной, все вращается в этой вселенной, возвращается к нам, запуская круги на воде. Ничего не проходит бесследно, ничего не проходит бесследно. Так пускай наступает холодным рассветом на нас новый день. Все останется в этой вселенной, все прощается в этой вселенной, возвращается к нам, запуская круги на воде. Ничего не проходит бесследно, ничего не проходит бесследно. Огонь, тут даже нет вариантов никаких. Я могу сказать, что то, что они задерживаются, понимаешь, они играются, они долго выжидают этот момент, когда останется одна секунда, ты нервничала, ты трепетала, потому что когда ты перешла к припеву, было приблизительно так, я сижу там за кулисами, сижу такой, вот так вот. Поэтому, ты знаешь, это было как минимум неожиданно,
А как максимум это было... Это радикулит. У Стаса обычно так радикулит проявляется, понимаешь? Вот, поэтому мне больше интересно, почему Мэри нет. Мне было очень сложно слушать. Мне казалось, что сейчас, ну, сорвется девочка. Вот, поэтому я не знаю. Я думаю, что и песня такая, ну, не знаю, мне очень не понравилась. Я бы какую-то другую тебе выбрала бы, совершенно другую, не знаю. Что кивает Стас? Я вообще не согласен. Это Нуки, да, называется коллектив или как? Слот. Слот, то есть, да. Вот. И жанр этот, блин, такой какой-то альтернативный, какой-то гаражный. И он как раз надрывный. Он такой на несмыке поется все. Да, она должна выворачивать, как бы, да. И, возможно, после нее два дня можно будет помолчать, попить горячее молоко. Но это должно случиться в этой песне. Ну и приблизительно это и случилось. Вот. Честно говоря, это было сильно. Спасибо. Но мурашек у меня не было. У меня был. Если молодец, а тем и хорошо наше жюри, что оно не предвзято, и у каждого свой особенный вкус. Дай пять. Огонь. Всем привет. Меня зовут Анна Заболотникова, мне 14 лет, и я из города Санкт-Петербург. Какой стиль музыки ты предпочитаешь? Лирические песни. Но когда у меня настроение хорошее, я люблю и танцевальные. Приветствую тебя. Смотри, ты так старалась, так пританцовывала. Как ты коленочки делала? Покажи нам. Вот видишь, у тебя штанишки не выдержали. Как ты, бедная, старалась. Молодец. Ну что, члены жюри, давайте. Рассказывайте, как оно вам. Ты спела очень драйвово, и нам очень понравилось. Молодец. Понравилось и зрительному залу. Дай пять. И иди в самое пекло шоу-бизнеса и нашего конкурса. Спасибо тебе. Первый этап нашего отборочного тура завершен, и я хочу пригласить на сцену всех тех, кто прошел дальше. Пришло время подвести финальные итоги первого дня отборочного тура «Битвы талантов». Путем жесткой борьбы в состав команды «Огня» вошли Анжелика Верткова, Владлена Губарева, Всеволод Кацапов, Юлия Асесарова, Арсения Копян, Лилия Вердиян, Милана Жарихина, Елизавета Фроленко и Анна Заболотникова. А вот в команду «Воды» прошло аж 10 участников. Александра Кручинина, Милана Павлова, Анастасия Лебедина, Яна Лавренова, Ангелина Галицкая, Карина Павлова, Алла Пудовкина, Анна Черноталова, Дарья Терентьева, Антон Панзин. Ровно через неделю битва талантов продолжится. Напряжение нарастает. Не пропустите.
Смотрите в следующую субботу. Не прокатил, надо было раньше об этом сказать, до того, как голосовали. Так, не расстраиваемся, не плачем. Я просто стала сильней. Я просто стала сильней. Та-та-да-да. И... А надо было та-та-ра-да. Вау!